Вы когда-нибудь думали, что в интернете есть все? Ладно, ничего страшного. В интернете есть ответы на любые вопросы. В последнее время люди очень сильно недооценивают регенерацию. На Ютубе есть огромный необузданный пласт контента. В это поверит только старая бабка. Я человек шугар-фри поколения, меня обмануть не получится. Не поймите неправильно, эта мантра реально работает, и я живу этому доказательство. Правда, после такого аматорства по-любому словишь бедостро. Ну и фигню, конечно, в интернете некоторые пишут. Научно доказано, ёпта. Что самыми эффективными частотами для восстановления ДНК будут резонансы в диапазоне большем 9000 Гц и до 100500. Ребята, ставьте заряжаться воду в своих стаканчиках. Сейчас естество раздвинет границы. Это занимает какое-то время. На самом деле, все те желанные вами вещи материального мира не достанутся с помощью медитации, мантры и прочих духовных упражнений. Но появится что-то гораздо ценнее, спокойствие и целый мир, отличный от материального слоя мироздания природы. Место, где все проблемы испаряются, и у тебя есть все время на то, чтобы осознать себя, свои радости и печали. Кого-то тревожит свое будущее, кто-то обеспокоен судьбой близких, а кому-то уже четвертый год не под силу укротить съемки новой адской дрочи, что ли. В этом месте я могу быть кем угодно и окружать себя чем мне только вздумается. Больше всего на свете я бы сейчас хотел оказаться в компьютерной игре про убийство и матюки. Если, кстати, вдруг вы не в курсе и вам прямо сейчас приспичило съесть запасы лохины, но ролик под настроение не находится, то самое время мыть ручки и смотреть предыдущие части моих экстравагантных приключений. Они как раз длиной в полнометражный фильм и содержанием в полтора тиктока. В них я рассказываю про то, как устроен RP-процесс и его грязное белье, грехи, пороки и все, что принято писать в желтой прессе. Но ощущается оно не так, как раньше. То ли я так давно не заходил, то ли разработчики тут что-то наколдовали, но игра воспринимается совершенно по-новому. Вероятно, это обычный визуальный трюк. Тупо заменили интерфейс и навалили пару функций. Но, думаю, вам стоит самим зайти, чтобы ощутить, насколько странная игра чувствуется теперь. Главное, заблокируйте кредитку и закопайте всю наличку кладом рядом с хатой, ведь до сих пор не до конца изучено, как он влияет на мозг. Ой, вчера Павлик из отдела продаж такое выдал. Так, чувак, он у всех выдает каждый день. Прикинь, корпоратив уже начался, все гости в сборе. Михаил Павлович уже в третий раз этот тост говорит. И он такой входит вальяжный и с ноги. Ну-ка быстро, деньги и мелочь на стол, я его убью! Да, Гриша, ну у тебя истории. О, а что это с Витеком? Майка Ву! Покажи им свои носки. Волосистые листья, большие бугры. Мой кавун, зацвети, 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 зацвети. Ну чё так? Рак мозга вдруг настиг меня, как койот средь бела дня. А у меня 500 гектар. А что это с Витеком? Играет в свои компьютерные игрушки, а потом говорит, у меня нет зависимости. Ты дебил? Вот же компьютер. Дай мне. Дай мне. Так, стой. Играем до первой смерти. Не, я не буду на клаве играть, это невменяемо. Я не буду на мышке, это скучно. Ну а как играть в комп тогда? А сейчас, Гриша, я покажу тебе, как заработать реальных бабок. Сэр,
Здравствуйте, сэр. Я хочу вас подвезти. Могу подвезти, сэр? Да, давайте. Подождите, послушайте. Я человек серьезный. Я работаю только по полной предоплате. Сейчас скину вам в личку договор. Что? Какой договор? Какая предоплата? Сеньор, вы что, ни разу не пользовались премиум-сервисом? Я в себе уверен. Я добился всего. Хорошо, я просчитал. Точно? Да, да, уже скидываю. Отлично, ожидаю. Ю-ху! О, Гриша, это наши первые заработанные деньги. Спасибо большое за то, что воспользовались услугой. Наслаждайтесь. Обоссана! Вредина! Вредина! Да только проедина! Где эта твоя песенка? Так, ты же его наебал, Фрэда. Сука, отец твой начальник туалета! Стой! Верни деньги, сучечка! Я на тебя сейчас репорт оформлю, накатаю! Уважаемый, за что? Ты меня наебал! Простите, когда? Да вот только что! Вы все-таки не читали договор. Пиздаешь. Ладно, мне все равно. Я слишком богат, и такая мелочевка меня не тревожит. Вот так я плачу, когда мне грустно. Вот так плачу. Блин, жесть, как ты это все придумал? Просто я курю. Бросил. Только что. В тебя. Теперь я чувствую, что наряду с моими изменениями я хочу совершенствоваться, совершенствуя других. Да-да, именно так! В моих руках средства, а в сердце желание. Я создам идеальное общество, создам такой мир, в котором будут жить только ответственные и добрые вот люди. Вот это настрой! Давай, сделаем это вместе! Блин, чувак, я монолог на YouTube записываю. Простите. А ладно тебе, как тебя звать-то? Я Вован, один из самых крупных бизнесменов Лос-Сантоса. Я вижу, у тебя есть знания, которые ты можешь дать этому штату. Огромное знание! Поначалу я пытался объяснить Вовану, что он слишком серьезно воспринимает игру. Донести, что выдавал эти речи чисто чтобы рассказать об онлайн-фракциях... Выдавал эти речи чисто чтобы рассказать об онлайн-фракциях в своем видеоролике. Но вместо того, чтобы кринжануть... Ёбаная GTA 5 RP. Но вместо того, чтобы кринжануться и обойти за километр, как любой нормальный человек, он искренне заинтересовался моими идеями, на радость которым сам Вовчик имел не ебаться в рот какой жирный кошелек. Ты это не купишь. Куплю. Серёг, похуй, это полная хуйня, ты это не купишь. Хорошо, куплю. Ты полный еблан. Понимаешь, автомобиль — это не только его характеристики, а эмоции, которые он может дать, да и потом. Слушай, я взрослый человек, я сам могу решить, куда мне тратить деньги. Пусть даже часть из них я снял с твоей кредитки. Ой, блядь. Гриша, поздравляю тебя с покупкой нашего первого автомобиля. Чувачок, че это за хуйня? Чувак, ты походу какой-то нервный. Какого хрена ты творишь? Гриша, я в 10 раз дороже продам ее на 5 Vita. Что? Чувак, это сайт, на котором можно подать разную хуйню. Благодаря поиску на 5 Vita можно выбрать нужную нам категорию и отсортировать по классу. Место, где мы будем греть жопу. Особняк. Чем жопа будет подпитываться? Бизнес. И на чем жопа будет передвигаться? Кар. В этом случае, кстати, можно даже оформить тест-драйв. Если жоповоз имеет потенциал на то, чтобы его слить, можно брать. Продать его, кстати, можно прямо не отходя от кассы. На этом же сайте просто нажимаешь кнопку «Подать объявление», выставляешь цену, возможность торга, обмена и срок размещения. И все, удочка закинута. Только не забудь заплатить за публикацию.
А, да я не про это. Чё с ним-то? Тебя ебёт? Чувак, чё с ним? Чувак, у него астрал. У него физическое сходится с ментальным. А ментальное, походу, с физическим. Как вы можете заметить, моя организация цветет и дышит благодаря Вовану и его веру в истину. Недавно, накопив пожертвований, мы метнулись в агентство недвижимости. И, Вован, ну опять мне. Пролистав пару десятков вариантов, предложенных офисными клерками, все-таки остановились на вот таком особняке для нашей организации всего лишь за жалкие 35 миллионов долларов. Здесь я уже окончательно распрощался со старыми лохмотьями и принял себя нового в рабочем дресс-коде нашей религиозной общины. Это не моча, ок? Не просто так выбор пал на ближайший к церкви доступный особняк. Здесь наши братья и сестры не просто высасывают витамин D и всю божественную энергетику из христианства по утрам. Мы проводим ежедневные ритуалы пополнения бюджета, совмещенные с молитвами новому миропорядку. Лафанкула, зрители. Вы представляете, Вован арендовал мне целую киностудию. Вор маминой кредитки и так выделял мне безграничные бюджеты. Но в этот раз я охуел в край. Мне даже становилось немного стыдно за то, как расточительно я отношусь к задоначенным финансам наивного дурачка. Но один хуй он бы их потратил на еще большую фигню. Зато это сподвигло меня придумать схему развода на бабки уже мирового масштаба. Я решил запариться. Нужные ракурсы, камера, свет. Поставил актеров с реквизитом и даже моды накатил на трассировку лучей. В итоге вышло это. Вафанкула, вы счастливы. Просто вы еще не поняли это. Если вы ничего не поняли, то вы на шаг ближе к истине. Чтобы понять истину, вам необходимы правильные инструменты. Посмотрите на многих из наших самых известных членов. Видите, у них есть инструменты, чтобы заставить вас поверить в тех, кем они не являются. У них есть слава, богатство и много партнеров. Присоединяйтесь к святой Сигме. Вафанкула, брат-брат и сестра-сестра. Я попросил еще 80 тысяч долларов на создание своей неофициальной организации. Программы Сигма, призванной найти все духовные ответы. Хоть она и неофициальная, но тут все серьезно. Чтобы администрация зарегистрировала такое, нужно зайти на форум и, прочитав правила, перейти к заполнению темы в строго указанной форме. И наш уже отснятый ролик будет красоваться на странице, чтобы символизировать принципы проекта Сигма. А именно, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя кринжа перед лицом моим. Не произноси имя Вадика напрасно. Ты чё, президент Америки, что ли? Помни день субботний, чтоб вздрочнуть как следует. Почитай отца твоего и мать твою, ебал. Не убивайся в хламину, не прелюбодействуй, блудодействуй и не ложись в ложе, чтобы ебстись сексуальным трахом. Не укради, только если это не credit cards ваших мамаши для доната в онлайн-игру. Не навали под дверь ближнему своему, только если у вас не Clan Wars. Не пожелай дома ближнего, но если бабуле недолго осталось, можно пожелать в принципе. Не возжелай жены ближнего твоего, ни рабов его, ни тупо slaves, ни скота его, ничего из того, что есть у него. Если вы уверуете в эти истины и повернете свои руки с кошельком в сторону сигматизма, то вы проживете долгую и продолжительную жизнь. Вафанкула! Счастье ваше! Вафанкулу! Ну, спасибо за честность и иди нахуй, за то, что трахаешь моего парня. Тут также прописан дресс-код, честная и неподдельная история создания, ну и, конечно же, методы отбора, крайне лояльные к гендеру, расе и цвету волос. Чтобы вступить, нужно всего лишь приехать на эту точку, дождаться брата-отца в определенной форме, встать на колени, дать ему 10 тысяч долларов, как первый членский взнос, после крикнуть «Возьмите меня к моей сущности». Затем брат-отец отвезет вас к вашему дому, где нужно будет при нем 3 раза попрыгать возле кровати, нагнуться к стенке и расслабиться. По окончанию ритуала, если сделаете все правильно, обязательно будете приняты. Кстати, о принятии. Мне только что одобрили анкету. Да, если что, заповеди не относятся к игровому процессу, если вы чью-то бабушку не по правилам оскорбите, можно в принципе попрощаться с персонажем.
Не будем же мы лезть в чужую церковь со своим уставом без смазки, правильно? Так что давайте считаться с правилами, так играть интереснее. Тем более, если вы креативный хуй и способны придумать красивую историю становления криминала вашей группировки, то прямо как бандам вам откроют возможность насиловать и грабить людей, зацените-ка. Возвращаясь с инквизиции по окраине криминального района, есть шанс ненароком встретить одинокого путника и... Руки вверх, ублюдок! Во имя Отца, Сына и Святого Духа, никаких жестов к солнцу, руки за голову! Яйца. Иногда насилие просто неизбежно. При корректной интегровке в меню интеракции откроется заветная опция «Прикарманить лаве». А хуй тебе! Но вдруг, скажем, это не просто грабеж, а вендетта. Я могу дальше готовить соус для бургера? Нет, 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 мразь, никуда ты сегодня не уйдешь. Шо, думал, мы тебя не узнаем? Ну как скажете, ладно. То значит, что связывание и похищение — это только начало программы. Вести в полицейский участок не вариант. Нам нужна была настоящая справедливость. Поэтому машина прибыла туда, откуда еще никто не возвращался живым. Играй за Фили, играй за Герн. Ферн, уна, уна, он ферн. Такого опасного преступника прошлого, как Чарли Чаплин, за все его отсосные фильмы без звука, мы сперва помучили электрическим шоком. После чего наш духовный наставник отнес его грешное тело к краю обрыва и, убедившись, что падение с него смертельно, дал добро наконец вздохнуть миру спокойно, прикончив еще одно вселенское зло. Да, слушайте, машинка уже возле мэрии. Можете подъезжать, забирать, тут как раз все важные люди собрались. Блять, чувак, ты можешь? Чувак, не кипишуй, ты же знаешь, как для меня важна эта сделка. На кону все наши бабки, а отлетать за эльфийским мне бы не хотелось. Как насчет того, что я решу твою проблему? Видно же, что здесь что-то неестественное и паранормальное происходит. Тут нужна гадалка. Ты вообще охуел? Заткнись и слушай, доверься профи. Я решу твою проблему. Ща. Какой же ты гандон! О, хай, Серега. Сэр, отойдите от машины. Это не учебная тревога. 100%. Все угрожает жизни. Все угрожает. Отойдите. Ладно, ладно, хорошо. Какого? Сэр, угроза нейтрализована. Блядь, ты поможешь, Серега? Лол. Чувак, если я выйду из IC, мне дадут мут на 30 минут. Каждая дорога. Насколько ваша половая жизнь? Ты что наделал? Ты что, совсем конченый, что ли? Ты типа из игры мне вообще не поможешь? Чувак, понимаешь, у меня есть персонаж. У персонажа есть лор. И если я хоть немножко напортачу, я могу испортить РП-процесс другим игрокам. Да-да-да, сэр, да, я понимаю, что вашей жизни прекрасно, прекрасно понимаю, что вашей жизни угрожала опасность. Какая? Да, слушайте, понимаю, ситуация неприятная, конечно, соболезную. Но вам повезло, вы встретили не просто пожарного, а пожарного слэш-автодилера. И у меня для вас есть эксклюзивное предложение, пройдемте. Куда? Да просто ручки пожмем, познакомимся, просто ручку пожми мне и все. Делать-то? Слушай, ну это явно какая-то мистика явно. Да какая мистика? Он сознание теряет, у него альбинизм. Эй, отвлекись! Иди нахуй. Ты обещал кого-то позвать. Когда градус мистики поднимется до небес, гадалка сама появится. Какой же ты... Як то кажуть, доброго дня. Я екстрасенс-фізик, загалом виходить. У вас дуже багато паранормальної енергії в приміщенні. Ось. А, слушайте, я не знаю, что это такое. Вот вы можете с этим как-то разобраться? Так. Зараз почнемо стандартну процедуру огляду. Ось. Так, он же здесь. Thank you.
може. Треба негайно провести аналіз. А дідько, так ось він. А, слушайте, просто скажите, что у него. У него РП-процесс. Привет. Вы проделали долгий путь, Вилли, но ваше путешествие только начинается. Вы столько лет этого ждали, сейчас вы именно там, где нужно. Я был потерян, торговал своим телом, принимал наркотики, был в смятении, но потом мне открылась невероятная истина. Настолько невероятная, расскажи ее вам прямо сейчас, вы превратитесь в ничто. Вы готовы, но не готовы. Я не готов. Тогда вы готовы. Ну, не знаю. Истина невероятна, только если вы сможете ее понять. У нас есть ваш имейл. Мы пришлем вам небесную образовательную программу, которая поможет открыть тайны мироздания. Она стоит всего 20 тысяч долларов. 20 тысяч? А на какую плату решились бы вы в обмен на техники, которые помогут вам понять все и достичь невозможного? Я бы сказал, что это плата все деньги, которые вы когда-либо заработали до последнего цента. Вафанкула, отец, папа! Ты чё, охуел твой? Даже скорее плата и есть все деньги в мире. Вот сколько стоят такие техники. Но взамен мы предлагаем вам плоды многолетних размышлений лучших умов Земли. Всего за 20 тысяч долларов. Подумай об этом. Если будете думать слишком долго, мы поймем, что вы еще не готовы. Вафанкула! Отец, папа, на нашем предприятии провал в парадигме. Провалы бывают всегда, но в чем же истина сейчас, Чага? Нам не хватает людей, нужно ускорять программу Сигма. Вафанкула, Вилли, или к тебе нужно обращать Алун? Что? Твое настоящее имя Алун, ты король. Ты жил в подводном измерении, но на вашу расу напали, и ты был изгнан из него. Хорошо. Сейчас ты здесь, в заточении, но скоро станешь свободным. Раньше меня звали Гараш, но теперь я Всеволод, король ветров. Сомнение — это путь к тому, чтобы уверовать в искренних людей. В книгах про это четко написано. Быть полным сомнений — это так просто, Алун. Эти истины непоколебимы. Я был потерян, не ведал пути, но сейчас я самое могущественное существо во Вселенной. Вчера перед сном я побывал в 38 тысячах постелей одновременно. Ты еще не внес пожертвование? Что? Немедли! Это твой шанс! Хорошо. Отлично, Рафталий. А теперь возьми предмет силы. Ты поймешь, что с ним делать. О, оружие? Что? Где? А как же Алун? Ты же говорил, что это мое настоящее имя. Потому что все, в чем ты уверен, ложь, Рафталий. Точка проявления силы, место захвата. Ты делаешь большие успехи. Прояви сдержанностях. Активируй свою сущность. Ну да, нормальный такой клиренс. А как тут с аудиосистемой? Одну секундочку. Слушайте, а вообще не стрёмно этим всем заниматься? Ничего не знаю, все по РП. Чувак, даже актерские Голливуды РПшат на съемках. Даже ты РПшер по жизни, просто этого не замечаешь. Вспомни, когда тебя спросили: что ты так долго делаешь в туалете? Как ты отвечал? Как ты реально вжился в образ, что у тебя запор? Я не понимаю, Серега, ты по что? Вот видишь, даже сейчас по IC делаешь. Ты можешь нормально пояснить? Ой, чувак, да все, хорош, мы не на серве, тут можно ООО сэшить. Поясни. Я уже всем твоим рассказал, что ты дрочил.
Это очень тупо. Ну, сорі, как бы. Хлопці! Подолайте негативную энергию и пробудите интуицию. Да. Лучше скажите, так. Вот что с ним делать? Я еще роблю розрахунки. Так. Я все ж таки физик. Ага. А ось закінчилось. Добренько. А тобі таки доведеться увійти у глибокий РП-процес. Ага. Так почему именно я? Дружище, у меня через 10 секунд клиент утонет в машине. А вы? А? Что? Почему вы не можете сделать это за меня? Не чую! О, боже. Просто скажите, что мне сделать. Тобі потрібно своєю ролью вивести його із своєї ролі. Так. Я не могу ездить. В предыдущих видео вы наблюдали, как устроены банды и прочие РП-фракции, но теперь у вас есть вся власть создать свою собственную по вашим правилам и вашей истории, какую только сможет придумать ваше извращенное воображение. Скоро вы узрите истинный потенциал. Меншин нашей общины бесспорно красив, словно тысяча церквей. Земля обетованная ритуальных искусств, где мы проводим обряды воссоединения и энергетического единства Сигмы. Без кучеровой дресни зацените нашу структуру. Пока что мы успешно завербовали всего 14 уверивших, но уверенность в будущем общины тверда как сталь. Непоколебимая иерархия состоит из братьев и сестер-слуг, высших братьев, отцов и пророка. Здесь все абсолютно равны, без исключений и компромиссов, потому зарплаты у всех совершенно одинаковы вне зависимости от положения в иерархии. Единственное, что распоряжаться коллективными финансами общины право имеет только лишь пророк. Так сложилось, что это мой персонаж, но не я просил об этой тяжкой ноше. Так решил Господь, предписав мне нелегкую судьбу и обрушив удушающий мучительный груз ответственности на мои пророческие плечи. Своя организация открывает двери в мир большого ролеплея, и ковровой дорожкой к нему послужит офисное помещение. Очередные 500 000 слиты на правое дело. Офис имени Сигмы. Так ты только что этим пальцем в жопе ковырялся. Бизнес, инвестиции и яйца. Бизнес, инвестиции и яйца. Все схвачено. Боже, где здесь туалет, ребят? Я сейчас обоссусь, честное здесь, слово. Здесь, за главным электронным аппаратом, члены организации имеют возможность заключать контракты. Помимо денег, они влияют на статус вашего клоповника. Так, волонтерство – это путь к позитивной репутации и возможности подсасывать силовым структурам. Но поскольку мы организация сугубо духовная и религиозная, то очевидно, что репутация у нас со знаком минус, и пути, кроме как криминала, нет никакого. Тем не менее, все наши члены и так по своей сути волонтеры, не только лишь потому, что их не купить ни за какие деньги. Они дали клятвы потом и кровью бескорыстно генерировать лавандос на благо великой Сигмы. После выполнения переходного контракта скользкой дорожки... Блин, Слымак, ты что тут делаешь? Не то видео. Общине откроется шанс легчайшего рубилова бабок, между прочим, один из самых эффективных способов быстрого обогащения в GTA 5 RP с чистой прибылью 70 косых за час рабского труда и даже больше. Мы, как воры сердец и криминальные ублюдки, составом всего в 5 человек, добираемся на электростанцию, воруем с нее по 100 схем на рыло примерно за 30 минут, елозя гаечными ключами по трансформаторным будкам, после чего отвозим улов мутному типу в ангар для получения долгожданной прибыли. Ну все, показал туза, походу пизда экономики сервера, ну и ладно, все равно вы вряд ли когда-нибудь сможете даже втроем собраться, я могу трезво оценить ваш социальный потенциал, как говорится в рекламе все схвачено. Вообще, давайте не будем об этих бренных деньгах, наша организация особенная, не такая как все, она построена прежде всего на некоммерческих основах, и наши волонтеры работают из высших целей, а вся прибыль идет в пожертвование фонду программы Сигма. Вафанкула, ничто не сплочает людей как свобода. Свободный, неоплачиваемый, общественно полезный труд. Он позволяет нам иметь власть в городе и даже конкурировать с официальными фракциями, ведь владея особняком, Сигма может самостоятельно заказывать материалы вот на этом навбуке и, соответственно, крафтить из них оружие, предварительно получив лицензию. Конечно, для полноты картины сперва придется устроить геноцид пары миллионов человек, удерживая точки в войне семей, но вы только посмотрите, сколько пушек можно будет засунуть в жопу каждому члену общины. А кроме того, заиметь персональные козырные номера и даже кастомный принт на одежду. У вас еще
будут сомнения касательно божественного начала Сигмы после того, как вы встретите долбоеба с глазом в треугольнике на спине? Ответ очевиден. Знаете, конечно, при должных стараниях вам, вероятно, когда-то тоже удастся получить достаточной репутации для этой штуки и вдоволь денег для рабочего вертолета, но как бы вы ни старались и какие бы обновления там ни выходили, исключительно те, кто верил в Сигму, способны парить в небесах. Без читов и без фокусов, только лишь по воле Господа нашего. Узрите. Ну что ж, усаживайте свою страку поплотнее в стул, потому что сейчас мы как раз и прошвырнемся по тому, как же организации прогрызают в себе нелегкий путь к неприличным каракулям на одежде. Этот режим называется «Война семей». Чем-то напоминает войну за территории между бандами, о которых мы стелили пару матюков в прошлых видео, но теперь это будет ваша собственная банда с уставом, написанным именно вашей обдроченной рукой. Так как репутация обнуляется 1 числа каждого месяца, чтобы успеть накопить на все возможные понты, придется разработать нехуевую стратегию, ведь всего существует 6 точек для захвата. И для получения полного навара за каждую минуту удержания, нужно оставлять дежурство минимум из 5 принципиальных людей, которые уже никогда не вернутся в реальную жизнь. В другом случае профит заметно урежется и даже может уйти в минус, если ваши охранники плохо кемперят, ведь за каждую смерть на точке можно соснуть с подливой по минус 3 репы, ну или же наоборот выйти в плюс, как карта ляжет. Механика перехвата более чем понятна. Нужно залезть в будку и прессовать заведующего на протяжении 5 минут. Если за это время ваше оскорбление никто из врагов не прервет смачным ударом по ебалу, психика начальника не выдержит, и вы станете новым владельцем для того, чтобы умереть как можно быстрее. О, я слышал эти истории с войны семей. Мы с ребятами даже, было дело, сами нюхали порох войны. Там было страшно. Помню, словно вчера, хотя на самом деле было позавчера, мы выдвинулись на фирменных понтовых тачках нашей РГИ, но трасса смерти не щадила никого. Блядь, меня выбило из машины. 1-6-8. Костя выбило из машины. Каким образом? Меня опять это... Все, я умер, нахуй. Сейчас тебя подниму. GTA. Дорога оказалась тяжелой. По прибытию мы сгруппировались на пустой точке, поставили гуся на захват и готовились встречать удар. Он не заставил себя долго ждать. Как саранча, гуччимены со светящимися кроссовками, перепутав игру с CSGO, налетели и начали тулить как не в себя. Нет! Вокруг выстрелы, взрывы, огонь. Огонь пылал и в наших сердцах. И в анусах тоже так шкварчало нихуёво. А когда закончились патроны, в ход пошли голые кулаки. Тут сразу и не скажешь, что сильнее, ведь если твой фист крепок, как свинец, то фистингом ты одолеешь любую пулю. Нам указывал путь сам Господь и деньги. Да, нам указывали путь деньги. Я все еще помню тот вкус горечи на своих губах после окончания битвы. Мою жопу контузило, а душу охватила печаль. Нескончаемые горы трупов. Трупов врагов и трупов твоих товарищей. Тех, кого ты еще недавно так мило разводил на бабки, читая проповеди. Зрелище не для слабонервных. Стоит ли оно того? Решать уже вам, ребята. Но эти кадры моей молодости в GTA 5 RP пробили меня на анальную слезу. Фух, хорошо, что кассета с воспоминаниями закончилась, и я бы не выдержал ни одной минуты боли. Спасибо хотя бы за отсутствие сопливого клишейного флешбека с умирающим братаном. К такой кринжатине жизнь меня точно не подготовит. Нет, Рафтали, ты еще слишком молод. Твои суммарные пожертвования не успели достичь 100 000. Ты нужен нам, сын мой. Я ведь... Я... Так и не успел провести ритуал моносексуального просвещения. Впереди еще столько гей-оргий. Единственный способ освободить от РП-процесса – вышибить мозги по IC внутри воспоминаний, волосатая простата. А? Что? Где я? Бля, опять придется компик использовать, чтобы в GTA-шку рубиться. А нейроны, между прочим, гигабитный трафик пропускали.
Если у вас есть деньги, милости просим в нашу некоммерческую религиозную организацию на сервере BlackBerry по ссылке в описании. Но помните, деньги — это просто бумажки, за ними ничего не стоит. Первый взнос — 10 тысяч внутриигровых долларов. Примерно столько дается при достижении 5 уровня, если ввести вот сюда промокод. Но засуньте в жопу свои грязные деньги, для меня главное — истина. Ссылка в описании — 10 тысяч, я сказал. Как персонажи, да, вообще взаимосвязаны между собой. Ой, чуть не забыл, надо гречку раздать. Блин, ну хотя бы не грязь лицом. Итак, господа, у нас тут проводится конкурс среди всех, кто шлифанет промокодом по клавиатуре. Будут разыграны вещи высшей степени уникальности. Внимательно следите за пальцем, ребята. Так, тут у нас ключи, еще какие-то ключи. И главный приз это, конечно же, джинсовые штаны, да. Помимо всего прочего, наша религиозная организация дарит уникальную машину, которую нельзя найти ни в одном автосалоне. Это модель... Дебила, опять вас развел. Ну шо, молодежь, уже возбудились? В максимальном предвкушении пребываете, я правильно понимаю, да? Ну может реакцию там какую-то поаплодировали бы, не, а? Шо вы все как растения? Так, окей, презентация, значит, вам не нравится, да? Пойду другую сделаю, да мне ж не сложно, времени ж много, да, пидорасы? А такое вам больше нравится, а? Не слышу. Мне чисто пох, если честно. Говорю прямо, мужики, держитесь за прокладки, потому что вам вряд ли удастся не усаться в истерике, когда вы увидите невзрачную квартиру в сомнительно благополучном районе, подобранную специально для человека с посредственными амбициями. Здесь вечно будет уютная помойка, а дорогу напротив никогда не починят. Внутри нас счастливчика ожидает роскошная жена традиционных ценностей. Она точно знает, где ее место. Ванная комната полностью переделана под стримерский спот. Он оснащен ограниченными слотами для ваших трех топ-донатеров, которые смогут наблюдать за перформансом буквально в метре от творца. Из стильной гостевой комнаты открываются различные виды, как, например, вид на улицу из телевизора, приклеенного к окну. Да блин, там опять протест собирается, походу. Да, это определенно мечта миллионов. Именно здесь вырастет не одно поколение лучших ролеплееров. Но, возможно, вам больше подойдет следующий лот, а именно... Частный дом. Это вдохновленное Майнкрафтом невероятное сооружение сможет угодить даже самым прихотливым потреблядям. Мало того, что соседи по утрам улыбаются, а на выходе свой огород, так еще и внутри ждет практичный интерьер. Здесь заблокирован второй этаж, чтобы вам не пришлось лишний раз тратить время на лестницу. Имеется гараж с рабочими станками, как говорится, мужики поймут. Гостеприимные коридоры проведут вас в цветущую ванную комнату, а универсальный зал с круглым столом для совещаний подчеркнет вашу статусность. Ну и, конечно же, домовой, известный под именем мистер Пенни. А сейчас раскроется самый интригующий сюрприз. Не переживайте, зрители, я вас точно не разочарую. Современные джинсы-ускочи с 5% шансом сдавить гениталии владельца до смены пола. Рыночная цена которых составляет больше, чем если сложить вместе цену квартиры и дома вместе взятых. Пусть нищеброды знают, сколько стоит стиль. Следующим по порядку идет лот, который невозможно купить в магазинах, сколько бы денег у вас ни было. Банан на колесах, который был задействован в съемках этого ролика. Мы дарим один подлинный и две копии с Алиэкспресс. Хочу вас заверить, что эта красота через пару лет будет стоить миллиарды. Поэтому обращайтесь с транспортным средством бережно и давайте без вашей типичной клоунады, ладно? Я не переношу несерьезных людей. Кроме этого, чтобы вам не было обидно, для высоких шансов на победу будут разыграны еще 100 престижных стрижек в моей парикмахерской. Get your ass up, let's get right!
Я в этом деле довольно опытный. Листву растений любых семейств стригу как нехуй петь. Ко мне даже вон, видите, очереди выстраиваются. Эти ребята готовы часами ждать, чтобы получить себе уникальный внешний вид, который уж точно всегда будет центром внимания в любой обстановке. Если что, вы можете лично узнать о качестве стрижек напрямую у моих клиентов. Только не тратьте их время попусту, это уважаемые люди, между прочим. Что, ребята, нормальный конкурс? Думал еще трусы с черкашами подогнать, но это уже был бы так называемый слишком дипер пи. Так что давайте вы не будете губу раскатывать, и так нормально. Ну что же, мои уважаемые единомышленники по правам ЛГБТ. Your cum sucks dick. Результаты этой очевидно коррупционной махинации будут объявлены через неделю с момента публикации видео. Победителям придет соответствующая смс-ка на их внутриигровой телефонный номер. Не спрашивайте, как я смогу вас вычислить, но тем не менее советую все-таки иногда заклеивать веб-камеру перед тем, как снимаете трусы. Ха-ха, все, можно титры пускать.